Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить кастомные истории Cryo Fear. В последней серии мы бегали с шотганом наперевес и рвали врагов просто пачками. Это было, на мой взгляд, достаточно неинтересно. Но в целом уровень исполнения этих модификаций меня радует. И сейчас мы находимся в лесу. Давайте потихоньку осматриваться. Сохранение. Отлично. Потому что я эту серию пишу сразу же после предыдущей. И если нас сейчас убьют, нас могли откинуть обратно на тот достаточно глупый уровень. Блин, ну, ёлки-палки, ну, дайте мне... Вернее, не давайте мне оружие, то есть дайте просто побегать. При этом понагнетайте атмосферу. Это, по-моему, самое крутое, что есть в Cryo Fear. Вашу мать. Вашу мать. Все, успокоились? Слабаки! Ладно, беру свое слово. Твою мать, ну что ж такое? А я думаю, а где он? О, блин, так, ладно, все нормально. Темнота непроглядная. Хорошо. Если что, мне нужно бежать назад. И просто, чтобы свету успеть перезарядиться. Хорошо, шприц. Ширево. Отлично. Отлично. Твою мать. Живой. А, все, патронов нет. Так. Секунда. Это я перезаряжаюсь за кадром, если что. Ладно. Пока есть оружие, как ты себя более уверенно чувствуешь? Как вот не поймут этого мододела? Ну, не знаю, в самом Cryo Fear, в принципе, было страшно, даже когда ты был там чуть ли не с гаубицей. Там были просто талантливые разработчики. А здесь мы попали в какой-то... Какой-то коридор, какой-то лабиринт. Уф, так, тихо, неспокойно, что-то как-то. Сдохни уже, ну. Блин, я тут кругами хожу, похоже. Ой! Себя пристрели! Молодец. Так, хорошо. Уф, блин, лишняя обойма. Ну, вы помните, да, с этими врагами? Их проще к ним в упор подойти, они покончат жизнь. Так, ну больше тут ничего не было. Ну ладно, шприц у нас есть. Может, что и получится. Куда идти вообще? Опять. Такое ощущение, что у него этот голова разворочена оружейным выстрелом. Это капец какой-то. Уф, так, ладно, двигаемся. Да, блин. Оттуда я пришел, да? Или нет? Да елки-палки. Куда же идти-то? Так, ну тут стена у нас. Тут я был. Во, я попал, ребята. Вот это беда.
Так, ну тут на полу ничего не лежит, похоже. Наверняка опять что-нибудь пропустил, мне скажете. Ты пропустил мой любимый шприц на полу. Отписываюсь. Так, ну ладно, если так будет продолжаться, тут можно выживать. Главное, чтобы каких-нибудь там с бензопилами не бегало. Ой. Да? Подожди секунду, болезный. Ладно, хоть так. Конечно, мне ничего не дают, если я не знаю, куда идти. Но... хоть что-то. Так, ну последняя дорога, по-моему, осталась, если так посудить. Или нет? Блин, куда идти? А вот, похоже, что-то я нашел, да? Свидание. Ну давай, вылези. Этого не бойтесь, он безобидный. По сравнению с тем, что тут было. Блядь, ух, ёп! Вашу мать! Обосрался. Ой, блин. Вот это будет геморрой. Вот это вот я вам точно гарантирую. Сколько тут этих парней с бензопилами? Ну погнали. Ой, ой, ой. Ой, 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 ой. Я не могу читать. Мне хана. За вами точно ничего нет, ребята. Ну все, да, уже, я никуда не денусь. Ладно. Проснись, надпись. Я не хочу просыпаться. Здесь. Ох, ладно, надо с мыслями собраться. Какой-то капец просто. Таблетки из The Afraid of Monsters. Так, фонарик, значит, брать не хотим ни в какой, да? Так, секунду. Бери фонарик. Фонарик, он всяко лучше вот этой вот штуки. Так, а что, они мне кулаками предлагают разбивать эти доски? Нормально такой кулак. Смогли бы кулаком вот так вот разнести доску? Попробуйте как-нибудь на досуге. Ну ладно, то можно не ломать. Ёлки-палки. Отлично. И заодно одна из моих любимых мелодий в этой игре. Да? Твою мать, ну. Хорошо, допустим. Зачем я вообще фонарик достал? Раз у меня в итоге все равно, он выключен был.
Да, ну мы попали. Я чувствую, с каждым разом будет только хуже. То есть сейчас мы сюда дойдем. Давайте сохранимся, поэтому я не хочу, чтобы по новой это все переживали. Ну да. Вот видите. Сейчас пришлось все по новой проходить. Так. А, нет, это не так делается. Так, ну что? Достаем пистолет. Два патрона уже выкидываем. Никуда нам от этого не деться. Так, и теперь... Давайте сразу так сохранить, потому что я чувствую, я сейчас много раз погибать буду. Да, не вариант. А почему черно-белое все стало? Придется воевать. Она считает. Да, капец, как это проходить-то вообще. Ох, так, ладно. Похоже, тут вообще не вариант с фонариком бегать. Нужно пистолет в одну руку и гасить. Тихо, 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 девочки, тихо. Ой-ой-ой, хана. Нет? Не успел, блин. Ну, я уже понял, как с этим справляться. Сейчас все будет, дорогие. Сейчас все будет. Это какой-то кошмар просто. Давай, перезаряжай. Давай, давай, не обращай на них внимания. Давай, у нас получится. Ух, так. Только так. По-другому никак. Так, ладно. Сейчас надо с мыслями собраться после такого. Чуть-чуть прийти в себя. Патронов-то уже не так много. Давай. Хорошо, теперь сохраняемся. Представляете, да, что тут без сохранения будет? Больше тут ничего нет по углам. Патроны. Хорошо. Ой, ну вообще хорошо. Но это полегче, чем предыдущие испытания. Ну, как сказать, полегче. Они крепкие собаки. Ладно. Не, полегче, конечно же. Фу, так, ну мне все равно не сказать, что это все нравится. Это как-то не изобретательно. Тупо врагов понакричал в комнату и говорит, давай, справляйся как хочешь. Это, по-моему, не очень хорошо. Так, вот это уже хорошо. Отлично. Тут нет никаких шприцов. Нет, похоже. Что же в следующей комнате? Они так всех монстров, что ли, мне прессуют? Это долго может продолжаться. У меня, правда, патронов уже нет.
Ломайся уже, ну. Хорошо, сохранимся. Ну его нафиг. Ну да. Патронов нема. Успею выжить, нет? Уф, ну допустим, ладно. Блин. Я не знаю, это Камасутра какая-то уже, это не Крайофир. Это не круто. Патронов считаю, что нет. А вот считаю, что есть. Я лучше перезаряжу эти три патрона, потому что это все равно верный заент уже. Вот так вот. Кто у нас там еще остался-то? Кого он еще может подсунуть? Три кровати, скажем. Ну, давайте попробуем. Да, вы запарите уже, ну... Так, патронов нет, и не вижу магазинов. Шприц. Шприц не очень нужен сейчас мне. Да где патроны, блин? У меня даже нечем отбиваться, если патронов-то нет. Понятно. Отлично. Ну это уже тупость поперла опять. Это же не серьезно просто. Ну, ну ладно. Справились, считай, что. Что дальше-то делать? Уф, так, тут точно ничего нет. Может, я что провтыкал? Да нет, тут ничего. Сохранимся. Чё уж нам. Да ты запаришь уже. Да, отвратительная карта была. А теперь у нас Тевина. Отлично. Так, нам дают, как обычно, кучу патронов. Револьвер с 6 патронами. В барабане и фонарик. Но фонарик, я думаю, нам не сильно пригодится. Учитывая, что у нас есть такой с направленным лучом света. Так что собрали, сохранились и пошли. Мне сейчас кажется, опять мясо будет. Почему-то вот эти модификации, они все скатываются в мясо. Это сложно объяснить. Даже я, будь у меня на руках, то есть способность... О, доктор... способность создавать уровни, я бы гораздо страшнее сделал, чем тупо выталкивать на врага горы монстров. Ну, не знаю, тут пока непонятно, кстати говоря. Тут пока вполне неплохо все. Как-то странно я появился. Лицом к двери. Ладно, хорошо. Подожди. Я не брал тебя. Что-то этот доктор мне доверил. Как примитивно, господа. Как примитивно. С своими скримерами уже заколебали. Ах, ладно. Есть хорошие компании, но большинство что-то как-то не радует. Подожди, а что не стреляем-то? Я не понял.
Офигеть, я зато обойму целую потерял. То есть, что-то похоже заглючило у меня маленько, не знаю. Вы не подумайте, я не этот... Не случайно перезарядил, я целенаправленно, потому что у меня другие кнопки вообще отказали. Так что такие дела. Спасибо. Очень по-доброму. Так, хорошо. Как дела? Ну ладно. Тут что? А, так. Там еще что ли? Слонобой. Это к слову о багах. Я, по-моему, заходил в эту дверь и получил, что я из нее вышел. Или нет? Или не показалось? Шприц еще один. Вот по этой вот карте я могу сказать, что она средняя, она неплохая. То есть что-то в ней, по крайней мере, есть. Предыдущая вообще была каким-то безыдейным. Здесь он хотя бы человек старался, комнаты делал. Ну ладно, еще патронов дали, а то я переживал. Так, 5 патронов. Револьверные патроны, тоже неплохо. Отлично. Так, тут фонарик пока особо не нужен, я смотрю. Вот так вот давайте. Так, что нам следующая дверь готовит? Это выход, я так помню. Да, из той комнаты с мальчиком. Ладно. Побольше бы смысла во всем этом. Ну да ладно. Тут что? Офигеть! Так, секунду. Короче говоря, две претензии. Первое, это то, что когда я появляюсь в комнате, я появляюсь всегда спиной к врагам. Вторая претензия, какого хрена их там так много? Офигеть просто. Так, ладно. Встреча. Так, ладно. Четко. Отлично. Так, осталось. Раз, два и третья, последняя дверь, похоже, на этой карте. Минус один. Неужели ты тут один просто в трубе тусовал? Офигенно. Очень полезно. Нет, ну что происходит вообще? Я не знаю. Я что-то начинаю разочаровываться в этих компаниях кастомных. То есть, вот эти бессмысленные комнаты с травой растущей в комнате прям. А сверху лампочка горит. Как будто пятиклассник какой-то делал. Да, и вот эти вот баги. То, что выходишь из комнаты и по-новому в нее попадаешь. Давайте посмотрим, что у нас тут. Новая карта, да? Да. Отлично. Теперь мы играем за доктора Никто.
И мне бы сохраниться. Я не хочу по новой пробегать ту предыдущую карту. Это будет не круто. Кстати говоря, карта из этого, из оригинального Края Эфира, там, помните, дом был с кошмарами? Офигительный дом. В такие моменты вот ты понимаешь, насколько оригинальный Край Эфир круче вот этих поделок. Но на безрыбье, как говорится. Хорошо. Так, а ты чё? Или похоже просто на тот дом многоэтажный. Так. Без комментариев, ладно? Это что за херня была? Это нормально вообще, нет? Так. Я так понимаю, что когда пользуешься вот этим вот, вот этими загрузками быстрыми, игра после этого черно-белой становится, типа наказывает тебя за это. Ну вот что это? Ну, что это такое? Кто это такой? Это политик, наверное, какой-нибудь? Из их страны. А, у меня 45 патронов, кстати говоря. Это опять офигенно. Так, а он эти патроны тоже выкидывает, что ли? То есть тоже нужно полностью отстреливать их. Ну, понимаете, да, это уже не хоррор, ни капли, это просто боевик. Что-то такое слегка жутковатое, но только слегка. Ладно. Скажете. Постреляем, по крайней мере. Давно уже хороший шутер от первого лица не играл. А Край Эфир — это именно он. Да, блин, два раза. Ты какой-то как Нео, что ли. Два раза промазал. Да-да, посмотри. Заговоренный прям. Не, так получше, конечно. Да, он все патроны выкидывает. Ладно, будем знать. Ты кто? Это что-то новенькое. Так, подожди, не-не-не. Вот так надо. Иначе все придется проходить. Блин, и так, конечно, много приходится проходить. Ну, мы сейчас быстро. Да.
Это типа пасхалка, что ли, у них считается, я не знаю. Так, там еще одна. Понятно. Мне уже просто охота все эти карты добить. То есть я понимаю, что они в целом разочаровали. Но вот первая компания, то есть Memories, она была неплоха. Вот эти компании, они уже разочаровали серьезно. Но добить нужно. Все охота посмотреть. Наверняка среди них жемчужин полно. Вот эта, в принципе, вот сама по себе неплохая, но она какая-то странная. Я вообще не понимаю, к чему она такая. Так, а если я вот так вот, допустим... Нет, обратно не могу. Уф, так, давайте сохранимся. Ну и что нам тут остается? Убивать его? Убивать? Это, конечно, в таком ограниченном помещении будет смешно. Смешно. Не страшно. Чё, отказал искусственный интеллект, да? Слабак. И чё дальше? Ладно. Да какой-то ты пуль непробиваемая.